Зато мы очень много видим Сергея Кириенко, которого вот последние дни прямо изо всех сил говорят, что он возможный преемник. И, конечно, вот эта история, когда появилась его статья на сайте «Известия», а потом «Известия» тут же сказали, что был взлом, это вовсе не его статья, это очень интересная история. Ой, так давайте проговоримо, тому що от, власне, моє наступне запитання було про Кирієнка, про голубів і про яструбів, і про те, чи змінюється зараз ландшафт прокремлівський навколо кремлівський, навколо бункерний, якщо дозволите, так? Тобто, хто куди, як цей пасьянс виглядає станом на зараз? Мені виглядає, що операція «Приємник-2», вона приречена на провал, і в Кирієнка ніхто не повірить. А вам? Но, собственно, тут же вопрос не в том, поверим ли мы с вами, да, вопрос в том, сможет ли Кириенко как-то уравновесить разные группы элит и согласятся ли они с его кандидатурой. Вот же главный вопрос. И пока он выглядит одним из действительно возможных кандидатов. Во-первых, он сейчас просто действительно такую резкую ястребиную позицию занимает. То есть он, пожалуй, один из лидеров партии войны после того, как Рамзана Кадырова задвинули куда-то там. Вірші вчити. Вірші вчити, я засунула. Читать, я б сказала, читать. Ладно, учить, он и читать-то толком не может. Я порахувала склейки в цих двохвилинному відео, їх там більше, ну, 40 так точно. Дон-дон. Ну, да. Если у человека проблемы с чтением, что ж мы можем поделать? Конечно, приходится склеить. Ничего, хай тренируется. Поэтому отодвинули, а вот Кириенко явно стал лицом партии войны. Насколько он устроит другую часть, условную партию мира, вот это вопрос. Потому что партия мира, она довольно-таки необычная. В нее попадают многие люди из силовиков, в том числе ФСБшники. Поэтому вот эта конструкция настолько странная сейчас, что действительно сказать, сможет ли Кириенко их всех вокруг себя сплотить, трудно, но все возможно, потому что его поддерживают достаточно влиятельные олигархи Ковальчуки, которые сегодня остаются одними из самых ближайших сподвижников Путина. И в этом смысле, наверное, я не исключу, что Путин может и сам поддержать Кириенко. Вот это самая такая возможная история для Кириенко, если Путин его поддержит. Так что именно поэтому по нему сейчас такие медийные чувствительные удары наносятся, щоб це не вийшло. Пані Курносова, ми зараз говоримо багато про центральну російську владу, а що з місцевими владами? Я зараз про сепаратистські настрої, які можливі, враховуючи неоднорідність всю Російської Федерації, чи ні, за 25 років зачистили нормально, і культивувати сепаратизм уже нікому там у деяких регіонах. Ну, по прикладу того ж Хабаровська, де на центральних телеканалах не знають про протести, де ми в Україні, походу, більше знаємо про Хабаровськ, ніж у будь-якому регіоні Російської Федерації знають про Хабаровськ і про протести там. Ну, вот, собственно, когда я говорю про региональные выборы, я говорю в том числе и про это, потому что в этом смысле Дальний Восток, он дальше всего от Москвы. И вопрос даже не в том, что там, насколько там сильны сепаратистские настроения, а вопрос в том, что там Япония и Китай гораздо ближе, чем Москва. И в этом смысле они оказывают гораздо большее влияние на эти территории, чем может оказать Москва. Тем более, что от Москвы толку никакого. Вспомните даже не протесты, связанные с избранием Фургала, потом с посадкой Фургала, а чуть более ранние протесты, связанные с запретом праворульных машин в России, потому что они были абсолютно не политическими, но они показали, насколько сплоченные люди, это были протесты во Владивостоке, и насколько местные ОМОНовцы не хотели разгонять этих протестующих.
Вспомните, какие были, как долго там просидел во главе Владивостока достаточно жесткий политик, который избирался мэром много раз, Виктор Черепков. Так что вот этот протестный потенциал Дальнего Востока, он никуда не делся, потому что он носит совершенно объективный характер. И по большому счету, чем хуже будет экономическая ситуация в России, тем больше будут протестные потенциалы в разных регионах, особенно в тех, которые лучше будут жить без Москвы, чем с Москвой. Вот как только возникнет в голове понимание того, что от нас все забирают, и мы нищие именно из-за этого, вот тогда и проснутся сепаратистские настроения. Так что ситуация достаточно такая неустойчивая, я бы сказала. Фронт. Політика. Економіка. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20.30. Ютуб-канал «Україна-24».